Владивосток, 12 апреля 2023 года. Детская площадка в виде крепости.
хоббита. Это сквер имени Суханова. В этом здании находится ГТРК Владивосток, местное телевидение. Варевича 20А. Там сквер Суханова. Это похоже на какое-то общежитие. Там табличка висит. Точно. Общежитие номер 8. ДВФУ. С этой точки виден Золотой мост. Некрасовский переулок 6. Вот это вот. Здесь частный домик, что-то вроде частного дома. Гаражи. Так, и что же здесь? Здесь пройти. Здесь какая-то стройка намечается, что ли? Ух ты, какой здесь вид открывается.
за адрес. Некрасовский переулок, 18. Еще сохранились частные дома. Что здесь видно? Ветер задувает. Ветер задувает здесь сильный. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч. Впереди стройка, музейно-театральный комплекс, на сопке Орлиное гнездо.
чуть выше фуникулера. Стоят здесь, что здесь ворота, и тут ворота. И отбойный молоток шумит. Так, вон до туда можно пройти? Здесь может тоже что-то появится рано или поздно. Площадка тут. Вон какая. Какой-нибудь дом воткнут когда-нибудь. Там он виден. Морской вокзал. Здесь стройка. Высоко как. Thank you.
Там вон церковь, которая на площади, морской вокзал, бухта Золотой Рог, Золотой мост. Там, на том берегу, мост на Русский остров. И внизу там набережная Цесаревича находится. Ну и дальше город. Город. И здесь вот, там вон видовая, которая была. Там Кирилл и Мефодий стоит. И вот она, стройка. Здесь шумит. А здесь раньше был дом частный. Все уже снесли, освободили площадку. Там сопка Орлиное гнездо, там вон Будда стоит, видно. Посносили, тут дома были раньше, сейчас уже посносили. Скоро, наверное, до тех домов, которые там вон стоят, тоже, наверное, доберутся. Здесь общежитие. Ветер. Здесь стадион ДВФУ был раньше. Сейчас вон стоянка пока еще. И стройка века.